Объезд главы Самары в Куйбышевском районе начался с Белорусской 109. Здесь у жителей произошла авария на теплопроводе. Пока поставили временную латку, а уже летом проведут ремонт участка. Тут вот там поставили, самое главное, сейчас и горячая вода, и отопление есть. Проинспектировала Елена Лапушкина и дворы, чьи жители обращали внимание на некачественную уборку снега и расчистку подъездов и тротуаров. Например, у дома номер 17 по улице Флотской плохо расчищена контейнерная площадка, из-за чего мусоровозам сложно забирать твердые коммунальные отходы. Колонна когда-то, контейнер. В реестре у меня стоит эта контейнерка. Вот. Но тут говорим с управляющей компанией, подбор осуществляет управляющей компанией. Также глава города проверила доступность подходов к социальным объектам. У 55-й школы и детского отделения 10-й поликлиники они находятся не в идеальном состоянии. Елена Лапушкина дала поручение устранить все замечания в ближайшее время. Наледь и на проездах, и на тротуарах, и не везде были участки отработаны противогололедными материалами. Не везде до асфальта, как того требует правил благоустройства, территория расчищена. В кратчайшие сроки мы сегодня буквально уже все эти проблемные адреса, которые мы сегодня видели, отработаем по управляющим компаниям. МБУ Куйбышевского района уже соответствующие поручения даны. Сегодня в Куйбышевском районе к расчистке снега привлечены 12 единиц техники и 163 дворника, включая подведомственные муниципальные учреждения и управляющие организации. Специалисты работают на своих закрепленных адресах, а также выполняют уборку на тех участках, о которых жители сообщают в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.